Итак, мы продолжаем прохождение метро. И, кстати, перед началом этого стрима я хотел поупарываться и воткнуть в метро японскую озвучку. Я ее начал ее искать, но потом подумал, что как бы это убьет атмосферу. И да, это и правда убило бы атмосферу игры, но, божечки, как был интересно озвучен в японской версии тот же бурбон, типа «Нядесо». Господи, бурбон с японским акцентом. Точнее, вот этот акцент на японском. Короче, ты дверь открывать не будешь, чтобы я с тобой не делал, да? Твою ж мать! Твою мать! Я же говорил, сука, открывай дверь сам! Как знал? Иди, иди. Этот несчастный Стургеневский. Кажется, иди. Я тебя догоню. Может быть. А. Тут пусто, да? Все бы ничего, если бы не. Грибочки. Все бы ничего, если бы не 2 часа ночи. Знаете, я солнце же говорил, что я ненавижу, когда оно светит в глаза. Но, типа... Снимай больше классных видео. Миша, спасибо. Ну, блин. Я не знаю, как этот стрим еще получился вообще. Как он до вас доехал. Боже. Спасибо еще раз. В общем, блин, я просто в Skyrim играл с японской озвучкой в свое время. И я такой подумал, а что будет, если в метро они начнут говорить нани? Фу, так. Я бы не отказался поиграть в эту игру при свете дня. Вот, потому что как-то что-то... Потому что кто-то слишком много ест. Пятачок, подтолкни. Стоп, а как? И... А, вот оно что. Ну ладно. Я-то думал, я уже того, на дошиках. Паутина без пауков, но все же. Да почему ты стреляешь-то, когда... О, боже, как все сложно. Бурбон сама. Да. И Артём Кун. Ну, было бы все же забавно, если я когда-нибудь буду перепроходить метро, я нарою японскую озвучку. Я надеюсь, она не только на плойке есть, потому что на плойке, я знаю, она точно есть, потому что я видел... Ты чувствуешь? Оно приближается. ...демонстрацию да. Геймплея. Это редкий талант. Так пользуйся им. Стой. Да кто приближается? Да... О, ты меня доведешь. Что там приближается? Замри. Там? Стою. Твою мать, кошмар электрика. Может лучше свет выключить? Я даже не дышу. Если бы все в метро были девушки... Не, ну игра такая уже есть, Battlefield 5 называется, да. Да. Аномалия один в один. А может быть она поджарит их? Ну, на самом деле, она не злее, ну, скажем, огня. Да нафиг пауков, все, проехали. Забудем пока о пауках. Да здесь везде небезопасно. Здесь есть хоть где-нибудь безопасное место? Будь осторожен. Да куда уж осторожнее? Ты давай, главное, просто иди вперед. С
умным видом двигайся вперед. Я... Иди. Иди, иди, иди. А, да, сейчас бы болтами бросаться. Ну, не знаю, у меня только патроны. Я могу бросаться только патронами. Да не видно ж, ни хрена, что там светит прямо в глаз. Чудовище возвращается. Какой же он спокойный. Какой же он спокойный. Он может выражать эмоции, типа, бля, чудовища надвигаются. Вот как это у меня происходит, когда чудовища надвигаются. Ему вообще по боку, чудовища надвигаются, аномалия надвигается. Тихо, тихо. Тихо. Тут, короче, главное после каждого выстрела желательно... Да или после двух. Да, твою мать, после двух желательно делать перезарядку в идеале. Чтобы она не занимала полгода. Так, все. Ну, я смотрю, он сам неплохо справляется, он не бурбон. Пока Еой не надвигается, Хан спокоен. Твою мать, да ты по сторонам можешь смотреть в само спокойствие. Ой. Чувак, у тебя аномалия сзади. Чувак, Хан. Сцена из голливудского фильма, когда идет Хан, сзади взрывается аномалия. Я не знаю, какой уровень пафоса и из чего сделаны его яйца. Но проблем от этого парня должно быть не меньше, чем от бурбона. Да, 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 не смотрит на нам. Вот, 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 вот. Что те к взрывам спиной поворачиваются, что этот к аномалиям. Не, мне до... Хана еще очень-очень далеко. Тоннель впереди должен быть спокоен. Мы доберемся быстро. Так. Ну да, если его яйца мариновались в настойке из вот этих зеленых грибов, тогда, в принципе, удивляться не стоит. А. О! Смотрите-ка, ребят, что есть. Не придется даже ее дергать. Изи. Думаешь ли ты, что люди Пулоса смогут помочь тебе? Или тебе просто больше не во что верить? Ну, типа сейчас Артём такой придет в Полис, найдет мельника, скажет, ну, помогите, нашу станцию оккупировали какие-то стрёмные твари. Я представляю, как люди из Полиса уже бросились помогать. Вы посмотрите на его глаза. Его лицо не выражает никаких эмоций, но глаза... Хан привел меня на Тургеневскую, проклятую станцию. Ее жители были обречены, но боролись за выживание до последнего. Еще одна проклятая станция. Станцию снова атакуют. Да нам бы кто... Ох уж эти Рэмбо. Ща, ребята, ща, погодься. Я лутаюсь. Хорошо залутаться, это главное в наше время, да? Опа. Ща, ребят, погодься, я... Так, Хан, я иду. Хан. Хан, блядь. Я его потерял, Хана, стоп. Компас, веди меня. Хан. От этого парня не стоит отходить. Хан. Черт. Да куда я вообще пришел-то, Хан?
Оп, заметку хоть нашел. Фан. Фан. Фан, твою мать. Где ты, когда ты так нужен? Так. Да, Хан пошел соло и на меня болт забил. А я как знал, что созвучно со Звездными Войнами и неспроста. А, да он же не один. Или один? Ну-ка. Да я же говорил, он не один. Их тут много. Твою мать. А, Хан. Хан, там свет, там свет, там свет. Надеюсь, не в конце туннеля моего. Твою мать! Я ж как знал, что будет закрыто! Я ж прям вот чувствовал! Да... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, пока мы живы. Хан! Хан! Дружище! Да... Ты не поверишь, как я рад тебя видеть. Мда, это все, что ты можешь сказать после того, как я тебя встретил? А чё? А мы тут чё делаем-то? Хан, у тебя сзади упыри. Хан, там ничего нет, друг. Хан, сзади. Может ты... Хан? Все мы немножко Хан. Может, он правда играет со мной в прятки? Ну, типа, я его уже нашел. Типа, игра уже должна была закончиться, но... Чё он там нашел-то? А, Хан рассказывал, что делать, пока я... Блять, Хана, по-моему, даже не волнует, что нет того рядом, кому он должен все это рассказывать. Твою мать. Ладно, раз он... О! А, я думал, Хан уже зашевелился. Так, сейчас мы все почекнем. Нам нужно найти бомбу и найти способ заблокировать переход. Ну, значит, эту бомбу нужно бабахнуть, так? Ну ты, Хан, мудак. Других слов у меня просто нету. Ну... Да вот куда я, туда и они, куда они, туда и я. Любовь просто, с первого взгляда. Ууу, сейчас я. Да я тоже заплакал от смеха. Ужасно. Просто ужасно. Ооо, Хан шевелится. Хан жив. Ну короче это, мне нужно туда. Он не то чтобы стрелять начал, он начал подергиваться от того, что его начали пинать. Так, типа... Ой. Ну вот ты не мог пройти мимо. Вот же тебе... Шикарно. Нет, это все-таки получше будет. Да, Хан уже может смело становиться мимасиком. Он просто мега полезный парень. Он даже с бурбоном. Он может поспорить. Чё за... Бочка ты, что ли? Так, я спокоен пока. Пока ничего плохого не случилось. Нам нужно найти бомбу, да? Просто найти бомбу. И как в танке, не обосраться. Звучит предельно просто. Не, ну Кири-то здесь явно курит в сторонке по сравнению с безмятежностью Хана. Это просто ни в какие ворота. Так, стрелка. Твою...
были убиты ловушкой. Берегитесь растяжек. Чё, блять, какой нахер ловушкой? Так я ее поджег. Я подошел, поджег ее и отбежал. Потом ко мне подбежала какая-то. Ага. Так, ну я, в общем, бежал, но я немножко хан был. О, иди, иди, иди. Все мы немножко хан, да? Твою мать, да хватит на меня прыгать из-за... А-а-а, ой, не перезарядил, не перезарядил. Быстрей. Тыщ. Ну, мог бы и сдохнуть. Так, я надеюсь, я начал... Ой-ой. А, ну все, они пошли. Я надеюсь, мне бомбу уже нужно найти, да? Да, 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 да. Ну, они там что-то делают. Хорошо. Я пойду. Я попробовал быть ханом, я повернулся спиной к бомбе. Я думал, что будет со мной как с ханом, когда он аномалию того. Да, вот, вот об этом стелсе я говорил, с монстрами. Ага, вон там была бомба. Но я слышу... Сейчас мы пойдем их шарить. Но я уже понял, в какую сторону убегать нужно. Ну, типа, это... Сейчас. В смысле? Чё-то я не узнаю этой местности. Да в смысле? Ты... Тихо. Не беси меня. Ну что? Раз. Ой. Там. Опа, мы нашли способ разблокировать проход. А, теперь бы мне найти бомбу. Угу. Ну, бомба где-то там. Точнее, где-то здесь. Здравствуйте. Да вашу мать! Много. Ханом как битый, да серьезно. А, возможно, возможно, это лучшее применение хана. Но ему-то все равно должно быть по боку. Типа, как его будут использовать? Мне не нравится, что мне приходится вылезти из вон той уютной траншейки, в которой меня. Никто не видит. Стоп. Изи, 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 изи. Мы что-то нашли. А как ее заложить? Твою мать, я не хочу сейчас умирать. В тот момент, когда я бомбу-то нашел. Не-н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 е. Так это не работает. Стоп, стоп, стоп. Нет, нет. Так это не работает. А как бомбу активировать? Или куда ее там заложить? О, сейчас будет весело. Сейчас бы две обоймы выпустить. По уровню бесполезности. Я не знаю, что здесь, как правильно сравнивать. Уровень бесполезности или уровень этого пафоса. А что с бомбой? А где бомба? Я ее забрал? Или я... так. Ага, нет, ее нужно куда-то заложить. Сейчас мы ее куда-нибудь заложим. Да тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, давайте без флешбеков. У меня бомба как-никак. Не шутите. Да вашу мать, да что ж там такое? Ну мне ж туда нужно. Нет, нет, ну ладно, я туда и не особо-то и хотел в эту дырку лезть. Не очень-то.
Там и интересно. Чё? А не слишком ли я далеко ушел? Тихо. Тихо, 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 тихо. Все хорошо, все хорошо, все хорошо. Да чё-то я не вовремя пошел. Кто помнит, кто смотрел в последней серии щита, кто видел волну? Чё-то мне это напоминает. Да в смысле вы не умираете? Я бы включил фонарик, но фонарик это минус стелс. Мой стелс, фирменный стелс. Так, их там еще четверо. Чё-то музыка прекратилась. Да ё-мать, ну вовремя же! Так, я просто пока пытаюсь понять, что происходит. Просто пытаюсь понять, что происходит. Да пошли вы в пень, я думаю, я и так смогу заложить бомбу, и ничего страшного не случится, да? Пошли вы нафиг. Не-не-не-не-не-не-не-не, простите, ребят, я просто мимо проходил. Пока, ублюдки! Давай, Артём, давай, 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 да беги ты, господи, что там было? Да хватит меня тыкать! Да взрывайся! Давай! Да бум уже! Ну! О-о-о, бочки полетели, бочки полетели. А где все? Большая битва за маленькую станцию выиграна. Дальше я не пойду. И выиграна эта битва за маленькую станцию, выиграна Ханом. 100%. Тебе придется идти в обход. Отсюда тебе дорога прямо до Кузнецкого моста. А потом придется идти через станции, принадлежащие или красным, или фашистам. Пойдем. Что бы мы делали без Хана? Вот все. Что бы мы делали без Хана, я не могу даже представить. Другое дело коммунисты. Они там строят прекрасный новый мир, но старыми методами. Фашисты, коммунисты. На Кузнецком мосту разыщи моего знакомого, Андрея, мастера. Скажи, что от меня. Он тебе поможет. А теперь я официально послан. А... Стой, мне туда? А его не берет. А. Его даже вот эта вот дичь не берет. О, и меня уже не берет. Ладно, ладно, ладно. Возмужал. Так, стоп. А, ну ладно тогда. Храм надежды. Даже в нынешние времена мы не можем избавиться от вещей, которые делают нас людьми. Лутать. Так, стоп, а что тут лутать-то? Тут нечего и лутать. Фотографии. Вот еще фотографии. Светильники. Тут ничего не лутается. Ой, все, Эни, я не могу сейчас есть ничего, кроме пюрешек, так что не будем о еде. А что у меня по патронам? О-о-о, у меня еще патронов. Вот и все. Забирайся. Ты хоть не закрывай люк, пока я голову не опустил, а то... Я и только от тебя. До встречи, Артём. И удачи тебе. Скучать не буду. Кузнецкий мост был необычной станцией. Он весь состоял из мастерских. Тут собирали большую часть оружия, обращавшегося в метро. Я искал Андрея Мастера, но он нашел меня первым. Так, Андрей Мастер. Хорошо, все ясно. В какую жопу мира он меня отправил? Рори, привет. Ой, ты тоже болеешь. Сестра по несчастью.
О, грибочки. Так, все, стоп, стоп. Нужно морально подготовиться. Чё-то слишком много. Чего? О, гадость, идти перестала. В общем, что-то слишком много событий за один вечер вы не находите? А, точнее, за одну ночь. Так, нам нужен Андрей-сан. Главное, без флешбеков, главное, без скримеров. Нам бы просто добраться до станции. Нам бы просто... Так. Сидят, ладно. Стой, кто идет? Не двигаться! Эй, расслабься! Это человек! Выключи свет! Ну да, выглядишь ты по-человечески. Это главное. Давай, заваливай. Это свободная станция. Да, выгляжу по-человечески. Вы еще Хану, наверное, не видели. Боже мой. Я надолго запомню этого персонажа. Я просто раньше считал бесполезным персонажем самым в играх. Это химия. То есть мои помощники, что в Monster Hunter, что в South Fatal Bullet. Я ошибался. Но ты поосторожнее. Станция у нас, конечно, свободная, но красные за нами приглядывают. Повсюду их агенты. Это не паранойя, парень, а осторожность. Так что держись поскромнее, понял? Чё-то его передёргивает, чё-то вообще всё передёргивает. А что, если я агент красных? Я обыскивать не буду, ладно. Просто дружеский совет. Хорошо, я понял. Я не шпион красных, можете даже меня не подозревать. О, Диабло, а мне понравилось. Помогайте правоохранительным органам выполнять их работу. Мне понравилось, когда я залаживал бомбу. Залаживал, господи. Когда я поджигал фитиль, и такая свора монстров стоит, и типа, ну ладно, пускай. Я хотя бы немножко я побыл ханом. Когда за спиной свора монстров, вот я такой, а, да ладно. Кем не бывает. А, я узнаю современные магазины. Вот прям. Угу. Нельзя вот этот значок вешать. Нельзя. Что-то мне не нравится эта станция. Что-то здесь слишком тихо. Проверка документов, вы все-таки пропали. Я не шпион красных, я не шпион красных. Да хватит, отстаньте, противные, я не такой. Оп, трапы. Всегда готов. А скажите, доктор, раз вы уже там, не могли бы вы заглянуть и к моей простате? А то как не пойду по нужде, ну все светится. Может, облучился? Не, я не могу сейчас есть, к сожалению. Вообще, причем. Бьёшь слабовато, однако. Это же свободная станция, чего? Чего у них тут происходит? Вот это было получше. Такая себе свободная станция, вы не находите? Так, а ты кто? Напарник? Он рыжий клоун, а ты белый? Ты тоже арестован. В смысле? Да я про... Ладно, только без рук. Я сам пойду. Я ж просто... Да я даже не знаю, кто это. Стрелять буду. Беги! Да в смысле беги? За мной, парень! Хватайте, ублюдка! Да... Осторожней, тупица! Да... Это... Ладно. Угу. Эту игру стоит пройти не с английской, а с японской озвучкой. На секундочку. Чего? А.
Здравствуйте. А я присел, как же? Я могу присесть. Я просто теку с загруза, со скорости загрузок после смерти. Вы заметили эти загрузки в долю секунды? Принимаем этого. Посмотрим, как он... Так, ребят. Ты кто? Напарник? Он рыжий клоун, а ты белый? Ты тоже арестован. Это ж коммунисты, насколько я вижу, да? Ладно. Только без рук. Я сам пойду. Эх, пацан. За мной, парень! Хватайте ублюдка! Осторожней, тупица! Я вовсе-то и не с ним. Здравствуйте. Давай. Беги. Вот так. В пень. Да в смысле? Ну все, подстрелили, теперь проехали. Так, налево. Идеально. Туда! Стой, тварь! Я не верю в Бога. Но в тот день... За меня больше некому было вступиться. И меня спасли. Друг Хана, Андрей Мастер. Только он смог помочь мне выбраться с этой станции. Какой же он фартовый. Единственный путь проходит через линию фронта между красными и фашистами. Тебе потребуется маскировка. Возьми этот комбинезон, натянешь поверх одежды. Красные сейчас вербуют добровольцев, чтобы штурмовать фашистские укрепления. Как только наберут полный состав пушечного мяса, сразу отправят его на передовую. Можешь поехать на этом поезде зайцем. Не в первом классе, конечно. Но и платить кровью не придется. Как только поезд минует блокпосты, ты свободен. Идеально. Война была, мир уничтожен, а красные, они же коммунисты и фашисты, продолжают воевать. Окей. О, отлично. 116 патронов. Это, я думаю, можно уже недельку где-нибудь позависать, побухать. Так, это же ты. Я ж не обознался, да? Да, надеюсь. Ну тоже, ничего, такая станция чистенькая. О! Так. Ну, давайте. Мне нужен прицел. С ночным видением. Берем. Однозначно. Сюда. Окей. Гасит пламя, то, что нужно. Довоенный лазерный прицел? Да давайте, почему нет? Еще 30 патронов у нас остается, и их бы я потратил на... На что бы я их потратил? Вот это. 45 нужно, ладно. Тогда подкупим. Ну, все, что нужно есть, можно выдвигаться. Он дополнительный, наш-то никуда не должен деться. Он будет просто висеть. Все нормально, мужики, он со мной. Давай, Артем, прыгай в яму. Я молодой. Ну, ладно. Я уже, если что, Хана послушал, и Бурбона я уже послушал, доверился. Чё-то вот этот дядя Андрей у меня тоже доверие особо не вызывает. Неприметно, незаметно, никого здесь нет.
Артём, видишь там багажное отделение? Забирайся туда. Да не, не должен, по идее, убираться прицел. Он должен просто как дополнительный вешаться. Снова отсылочки к метро. Ну так что, мужики? В смысле? Видели, и тут я поеду? А мне точно здесь будет нормально? А там вообще как безопасно? Не хотелось бы, чтобы его размазало по лесу. Да ладно. Я лицо-то себе не сотру об рельсы, вот как бы. Ну хотя он друг Хана, ему можно доверять, да? Все да, да? Подбирайте. Все в норме. Теперь все зависит от тебя. Удачи. Чего тут происходит? Да. Прихожу выдать тебе форму, и оружие немедленно. Занесло. Я думаю, если бы меня там заметили и начали туда забрасывать гранатами, он бы стоял как Хан и просто смотрел, о, да, не повезло парню, ой, не повезло. Чё-то мне страшно немного. Чуваки, тут точно безопасно, и тут рельсы, как бы камни. Давай, не удачки. Поехали на войну. И не если я через 2 часа буду в стиме, то я не знаю, в каком я состоянии буду. Метро меня точно доведет. Ты зачем в армию подался? Я пошел по политическим убеждениям. Политическим убеждениям. Оно победит зло. Ну а ты как? Я. Ну из-за плаката вступай в армию, ты увидишь весь мир. Это похоже. Отец в Красной армии служил. А его отец еще в советской армии был полковником. Традиция. Я вот думаю, а ведь у фашистов наших деды тоже в советской армии служили. За это их и перевешать надо. После 100 грамм фронтовых, да? Слушай, у меня тут в патронташе черная таблетка. Антибиотик, что ли? Ну ты, Мурзила. Это ж цианистый калий. Зачем? Ну, самоубийство грех. Я же в ад попаду. Если фашисты тебя в плен возьмут, и так уже считай в аду. Так что без разницы. Не, я никогда не смогу покончить с собой. Тогда давай свою пилюлю мне, чтоб наверняка. Лишь бы не гнить в их концлагерях. Давай, спокойный. А мы, похоже, едем, если эти едут к фашистам, то и мы едем человек к фашистам. Остался человеком даже после конца света. Он все так же готов был грызть глотки своим собратьям из-за абстрактных идей. Даже война, на которую я ехал теперь, была эхом какой-то древней войны между красными и фашистами. Человек не меняется. Давай, спокойный тоже. А мы, пожалуй, посмотрим на современных фашистов в мире метро. Вторая часть метро. Я ж говорил, что... И в смысле? Чего? Он выжил? Вот же, вот же! Смотрите, и лазерный прицел.
и как бы с ночным видением остался. Да, Тёмочка, везет тебе. Так, сейчас настанет, чувствую, время стелса. А можно... Нет, нельзя затушить, ладно. Время стелса, время стелса. Так, чё-то там двое. Так, сейчас мы этих, пожалуй, пристрелим. Если получится удачно. Да ладно. Очень удачно. Хотя стелс это такое себе. Ну, хотя бы у нас есть пистолет с глушителем, что уже неплохо. Значит, уже можно будет поднимать хотя бы чуточку меньше шума. Не знаю, насколько мне это поможет, но... Из гнезда коммунистов мы как бы выбрались живыми. Осталось еще раз повторить этот трюк, и все будет отлично. А, в общем, ребят, я думаю, самое время сделать небольшой перерыв, после которого будем пытаться как-то выживать среди фашистов. Не, ну, от коммунистов-то я вроде бы выбрался, ну хотя не точно. А в общем, ребят, 5 минут перерыв и отправляемся на штурм. А что поделать? Покажу вам мастерство стелса. 5 минут и продолжим.